Ну а мы в основной части нашей программы сегодня поговорим на более позитивную тему. Поговорим мы о детях и о том, как развивать в них с самого маленького возраста творческое начало. И еще поговорим о надвигающемся событии, о фестивале «Рига Симфони», который пройдет в нашем городе с 7 по 11 декабря. А все почему? Потому что у нас в гостях сегодня известный в Латвии педагог, президент Международного фестиваля детского творчества «Рига Симфони» Елена Швилп. Добрый Вечер. Добрый вечер. Спасибо и... за приглашение. Ну, давайте зададим по традиции вопрос нашим телезрителям. Телефоны прямого эфира 67 200 232. И хотелось бы спросить наших телезрителей, как вы относитесь к детским конкурсам? Нужно ли детям участвовать в конкурсах? Это для них какой-то дополнительный стресс, либо наоборот это способ самоутвердиться и проявить себя. Звоните, а мы начнем разговаривать уже с нашей гостью. Елена, еще раз добрый вечер. Итак, хотелось бы вообще продолжить тему, начатую в сюжете, поговорить о молодежи. И, может быть, сначала в целом о творческом начале, заложенном, может быть, в каждом из нас от рождения. Или незаложенным. Вот что такое талант? Это то, что дается нам изначально э, от рождения, или это то, что по ходу жизни нужно развивать, искать в себе? Вот откуда он берется? Что это за субстанция такая талант? Конечно же, э, творческие способности. Э... Как это не звучит парадоксально, они заложены у каждого человека, и каждый рождается с какими-то своими талантами. И очень правильно сейчас очень хорошее направление, и мамы правильные сейчас. И каждая понимает, что развитие таланта происходит уже с двух-трехлетнего возраста и э, отдавая ребенка в школы раннего развития и выявляя уже в этом возрасте можно понять, к чему больше тяготеет ребенок и чем быстрее сориентируются родители и поймут, что больше нравится, какие какие таланты, какие предпочтения у их чада, э, тем э, правильный путь можно будет найти для развития ребенка. А как показывает ваш педагогический опыт? Вообще, ведь вот во всяком случае среди моих знакомых есть семьи с детьми, которые, ну, казалось бы, совсем не проявляют никакого интереса именно к творчеству. То есть, например, мальчишки больше любят заниматься там конструкторами, машинками, еще что-то, ну, а к пению, музыке и всему такому вообще не имеют никакого интереса. Вот так бывает или... У всех он есть, но просто вот э, среда, может быть, пока не позволяет раскрыться этому потенциалу. Есть, конечно, стереотипы. Конечно, разные есть как субъективные и объективные причины. Но, в общем-то, есть стереотипы. Мальчиков нужно воспитывать как спорт, какие-то э, там бойцовские какие-то там спортивные занятия, моделирование и так далее. Там музыка не для мальчиков или так далее. Там девочку нужно воспитывать так-то, 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 да, то есть есть свои какие-то рамки, то есть стереотипы мышления, и которые не каждому родителю как бы удается тоже пере перебороть. И только те мальчики, которые э, очень ярко проявляют свои музыкальные способности, которые сами говорят, отведите меня, э, там, это ребенок, да, отведите меня, пожалуйста, родители, э, в музыкальную студию, только те как бы побеждают. А на самом деле у большинства родителей есть такой стереотип, что музыка как бы не для мальчиков, понимаете, точно так же, как там дзюдо не для девочек, знаете. Вот. Но когда вырастают эти мальчики и превращаются в взрослых мужчин, то в 30 лет они говорят как жалко, что я даже не знаю, где нота до находится. Но подождите, но ведь бывают люди, абсолютно лишенные слуха, чувства, слу, чувства, ритма, слуха, которые элементарную мелодию не могут воспроизвести. Нет, это все, конечно, никто не отменял вашу генетическую предрасположенность и то, что вам то есть все -таки, -таки, то, бывает. Что вам свыше дано. Но музыкальный слух – это составляющая, это нету, есть слух или нет слух. Слух-то есть у всех, это же не глухонемые, правильно? А Составляющие – это э, именно музыка, э, чувство ритма, э, как человек может, воз... ребенок может воспроизвести мелодию, то есть интонирование, э, музыкальная память. В совокупности это все э, и есть музыкальный слух. И он никогда не бывает э, там, на десятку развит э, чувство ритма, а интонирование, например, там на 8. Да? Э, музыкальная память не совсем хорошая. Все это развивается, и именно развивать это с двух-трехлетнего возраста, и чем раньше вы это делаете, именно это самое главное для родителей. Говоря про одаренных детей, вот как им в течение своей жизни не растерять этот талант, и возможно ли его потерять? Ну, конечно, возможно, потому что, опять-таки, существует много объективных и субъективных причин, и то э, чувство, которое называется сила характера, это тоже. Здесь совсем немаловажно. Можно быть очень одаренным ребенком, но со слабым здоровьем, можно быть с слабой нервной системой и не выдерживать, например, конкурентоспособность. И поэтому по-разному жизнь может сложиться у каждого. Но наша задача родителей и учителей это все пестовать и закалять в нем как бойцовские качества постепенной виде это очень индивидуально, а тем более что если ребенок талантлив, это настолько хрупкая субстанция такая, и в нашем очень быстром э, быстро развивающемся мире это нужно делать еще более тонко и очень э, я бы сказала, нежно. А вот интересно, что вообще занятие музыкой дают детям, даже не только детям, и взрослым. Сейчас и взрослые многие ходят заниматься во всяких музыкальных направлениях, кто танцует, кто поет. А вот если с такого маленького возраста, как вы сами говорите, с двух-трех лет, вот для чего это нужно таким маленьким детям? Что это дает в их развитии? Вы знаете, это так много дает, даже если почитать различные научные исследования, то можно сказать, что занятия музыкой дают образование новых нейронных связей. Занятие музыкой – это, тем более, когда человек и танцует, и поет одновременно, это развитие одновременно работают два полушария одновременно, как правое, отвечающая за творчество, так и левое там за движение и моторику. То есть здесь очень много. А уже выходя на сцену и перебаривая себя, ставя задачу перед собой сделать какой-то конкретный участок работы вынести его на люди, эти Навыки, они нужны человеку в любой специальности. А имеет значение, в каком жанре, в каком стиле, может быть, развивается ребенок, какое направление музыки он выбрал, классическое или современное? Вот это влияет на формирование нейронных связей? Или я любая думаю, музыка? Я думаю, что любая музыка, потому что как бы, как бы мы ни говорили там, о разных стилях, все начинается с классики. Все равно, да. И ребенок, когда приходит в студию, все начинают учить правильно дышать, правильно стоять, правильно себя ощущать, учат, где находится диафрагма, как открывается рот и как образуется звукообразование. А потом уже из этого рэп получается и так далее. Это дальше каждый выбирает тот э, путь и тот жанр, который ему уже по его темпераменту, по его э, складу характера, по его вкусовым пристрастиям ему больше нравится. Ну, давайте все-таки поговорим уже и о фестивале Рига Симфони, который в очередной раз пройдет в нашем городе, 7 по 11 да, декабря. Да. Руководителем этого фестиваля традиционно являетесь именно вы. Вот расскажите, пожалуйста, что собой представляет программа этого года? Ну, программа каждого года на самом деле разная. В чем-то традиционная, в чем-то разная. И мы гордимся, что уже шестой фестиваль. И так быстро время пролетело. Только недавно здесь же в студии давали интервью о первом фестивале. И э, в этом году география расширяется, количество участников расширяется, и уже в этом году мы не укладываемся в один конкурсный день, будет полные два конкурсных дня, это 8 и 9 декабря. Шесть различных номинаций. Это классический вокал, это джазовый вокал, это песня латвийского композитора, это оригинальная песня, то есть авторская песня. Я как композитор очень ратую за сочинение новых песен для молодежи. Это world hit, международный хит. И это фольклорная песня. Шесть различных номинаций. Участники будут соревноваться в этом конкурсе как бы есть шесть раздельных конкурсов. И они будут соревноваться каждый во своей возрастной категории со своим гран-при. На гала-концерте заложена такая интрига. На гала-концерт выйдут по два претендента из каждой номинации на гран-при. И жюри, которое не журило вот эти два дня и не слышала вообще этих исполнителей, совершенно другой жюри, будет сидеть на гала-концерте и выберет тогда 6 гран-при в каждой номинации и гран-при, гран-при, как мы говорим, гран-при всего фестиваля. То есть вот эта интрига будет прямо на гала-концерте 10 декабря. 17 часов Лея гилды. А вы сказали, география ширится с каждым годом. Какие страны примут участие в этом году? Ну, в этом году новые добавляются такие страны, как вот, например, Греция у нас никогда не принимала участие. А сколько всего стран? Сейчас 29. 29 стран. И из новых, значит, Греция? Греция из новых есть, Таджикистан у нас никогда не был. И Румыния была, потом пропала, сейчас опять у нас Румыния есть. Что такие конкурсы дают детям, Елена? Во-первых, дают площадку для дальнейшего для дальнейшего развития их творчества, потому что на фестивале пригласила более 45 продюсеров, которые, у которых есть свои конкурсы и фестивале. Продюсеры эти э, занимаются и отбором, например, детский, голос дети, голос взрослые. Славянский базар, x фактор, Нью-Йорк Фильм Академи и очень известные другие популярные конкурсы и фестивали в Германии, в Белоруссии, в России, в не могу сейчас, в такой большой, Македонии и так далее, большая география. Они отсматривают. Понравившиеся пригла... э, э, исполнители обязательно пригласят к себе на фестивале, и творчество продолжается. Сами участники могут презентовать свои новые альбомы, свои новые клипы и тоже их показывать. У нас специально для этого вывед... отведено время. Это не только конкурс. Мой фестиваль это большая, я бы хотела сказать, творческая такая ярмарка талантов. Э, ведь Талант живет аплодисментами. Ему надо дальше развиваться, дальше получать признание и понимать, что он делает. Но ну, аплодисменты наверняка э, на конкурсе Рига Симфонии получат все, все, все участники во всех номинациях, но победителем э, может стать не каждый. И вот кто-то выиграет, а кто-то, к сожалению, уйдет без главного приза. И вот в этой связи хочется у вас, опять же, спросить, как у педагога, как у руководителя этого конкурса, а как правильно вообще научить ребенка относиться к поражению, если уж он принимает участие в конкурсе, как правильно себя настроить на восприятие этого конкурса, что ты не всегда можешь выиграть, но и можешь и проиграть. Вы знаете. Мы даже по этому поводу будем проводить и мастер-классы, и творческие встречи. Потому что именно на это я и нацеливаю свою школу помпурини, и мы с родителями и с детьми ведем именно такую познавательную работу. В этом году у нас в жюри будет сидеть очень интересные, как я говорил, и продюсеры со всех стран, а также будут на гала-концерте сидеть очень известные и такие одиозные фигуры, и, которые признаны большими звездами даже во всем мире. Патронесса фестиваля в этом году и музой является Инесса Галанте. Будет, конечно, сидеть уже Илона Багеле, которая два года тому назад была у нас нашим вдохновением нашего фестиваля. Будет, конечно, наша незабываемая и очень популярная певица джазовая Ольга Пирокс. Будут сидеть гости из «Голоса», музыкальный продюсер «Голоса» Марина Андрюсенко. Ну вот перед такими и именами... Я тем... закончу. И вот пятый нас, наш гость жюри из Германии будет сидеть. Это популярный певец Дмитрий Харитонов. И именно они будут давать... Эти рекомендации детям. И я думаю, что даже тем, кто не, завоев... не завоевывает главные призы, получив консультацию и оценку таких мастеров, я думаю, что это уже большая награда. Хотелось бы все-таки пару слов о про тех, кто завоевал главный приз. Вот как складывается судьба этих талантливых детей, которые стали победителем вашего конкурса? Мало того, что мы их дальше продвигаем, и их не забываем, и предлагаем участие в различных наших проектов, проектах и участие в проектах наших партнеров. Поэтому они у нас как бы под крылом находятся. А на следующий год у нас я приоткрою такую тайну. Мы, поскольку это будет уже как бы седьмая встреча э, со всеми в рамках Рига Симфони, мы запланировали э, встречу всех победителей и Гран-при. Это будет всех предыдущих лет. А, так что это тоже будет. И, конечно, мы их поддерживаем финансово. Они получают хорошие финансовые подарки. Ну что же, спасибо вам. Благодарим за интервью. Нашим телезрителям напомним, фестиваль Рига Симфони пройдет вновь уже с 7 по 11 декабря. Я думаю, что у всех желающих также будет возможность прийти и посмотреть, увидеть своими глазами. Педагог, организатор фестиваля Елена Швилпа была сегодня у нас в гостях.